Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 165 centimeters tall. His official weight, 58.3 kilos. His professional record stands at 9 victories opposite 3 defeats. Fighting out of Tampa, Florida, USA. Please welcome Gianni Herrera. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is also a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 167 centimeters tall. His official weight, 59.95 kilos. His professional record stands at 10 victories opposite 5 defeats. Fighting out of Kingston, New York, USA, please welcome Darren Bima. And our referee in charge of the action, Herb Dean. Херб Дин обслуживает этот поединок. У Дэрена Мимы также было поражение на турнире CFFC под номером 50 от Джимми Гранта в июле 2015 года. И также, как я уже говорил, все его поражения были сабмишинами, но в тот момент он пропустил по себе прием, и это произошло в первом раунде. Ну а начал он свою карьеру также с поражения от Майкла Муррея в июне 2015 года. Это был иногда классический прием, болевой армбар, выстрел на руку, локтевой сустав, и проиграл тот поединок во втором раунде. В последующем была череда побед, 5 побед к ряду. Вообще, конечно, когда мы говорим о бывших бойцах UFC, то всегда понимаем, что это знак качества определенный. И пока что Джин Эррера нам это все демонстрирует. Зарядил знатно с правой, продолжил коленом. И вот сейчас опасно находился в положении сверху, буквально добивая своего соперника, но вроде бы Даррен Мима перетерпел. Да, у Даррена Мима в его карьере также была интересная очень победа, можно и отметить, над Джонни Кэмпбеллом. Это в очень серьезном промоушене в СОФ, мы помним, тот промоушен, к сожалению, закрылся. А сейчас он будет реорганизован в PFL, Professional Fighting League, а до этого всемирная серия боев. Сдался. Мимо, удушающий прием пропустил, пока мы в очередной раз, кстати, вспоминали ретроспективу его выступлений, его карьеру. Ну и он себе остался верен. Все время он проигрывает сабмишинами. Долго его не выпускал из своих объятий Джин Эррера. И, конечно, недоволен Даррен Мима, плюс еще тычок в глаз был, он продолжает сигнализировать нам об этом. И вот все это в комплексе привело к тому, что решил продолжать выяснение отношений Даррен Мима. Ну, после драки, как известно, кулаками не машут. Сейчас будем надеяться. Ну и, наверное, жаль болельщиков, непосредственно бойца Даррена Мимы, который уж точно надеялись на то, что он более продолжительный поединок проведет, но и при этом не в первом раунде он пропустит опять очередной сабмишн. Это уже 6-е поражение Даррена Мимы. И все, еще раз напомню, дорогие друзья, для вас все эти поражения были связаны либо с болевыми приемами, либо с удушающими захватами. В этот раз опять удушение. Ну, вроде бы помирились, обменялись парой реплик, и градус напряжения, видимо, упал все-таки. This fight comes to an end at 1 minute 53 seconds into round number 1. For your winner, by tap out from a rear naked choke in the blue corner, Gianni. Да, со спины удушение, досрочная победа в первом раунде, поздравляем мы